Не пропустите, сразу после основного выпуска Вера Фефелова расскажет, как прошли чемпионаты первенства Кемеровской области по мотокроссу. Лето у спортсменов проходит в тренировках, но, несмотря на это, они выступают и на выезде, продолжают пополнять копилку наград. Представители детско-юношеского центра выступят в республике Мариэл. Две междуреченские спортсменки в составе сборной Кузбасса впервые выступят на всероссийских соревнованиях. Сейчас Алина Ронина и Айсел Гулиева находятся в республике Мариэл. Старты первенства России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях пройдут в ближайшие дни. Всего наш регион представит 12 кузбассовцев. Будет порядка 300 участников. Наши спортсменки 16-летние, а конкурентки у них будет до 21 года. Задача действительно сложная, им нужно будет уверенно закрепиться в середине турнирной таблицы, достойно выступить, представить Кемеровскую область и принести очки в зачет нашего региона. Продолжают подготовку и другие спортсмены детско-юношеского центра Междуреченска. В конце июля ребятам предстоит восхождение на Поднебесные зубья. Еще есть время отработать туристические навыки.